Многих, условно говоря, кто очень много тратил денег, да, он сейчас их не может тратить, потому что возможности уже другие. Сейчас даже у самых богатых денег не так много. Все, хватит, голова раскалывается. Иди, пожалуйста. Иди в детскую. Или иди к нам в эфир, или иди к себе в игровую, там играйся и не учь. Что ты ходишь, мяу-мяу? Люди в эфире уже тоже там, наверное, охерели, что ты мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу. Ну вот, вот именно. Все, помяукал чуть-чуть, хватит. Брошку ты еще съешь хотя бы пару кусочков, пожалуйста. Семён, подойди, я тебе дам еще грушку, пару кусочков. Иди сюда. Хочешь, покормлю тебя? Как маленького котика. То есть кефиром, маслами, Young Living. Я их добавляю в приготовление еды, делаю конфеты с мятой. Вы знаете, я другой пользуюсь другими маслами. Если вам интересно, я потом напишу. Они не дешевые. Они не дешевые. Приходится платить прилично за них мне. Но они офигительные, они действительно могут использоваться и в еде, и в других профилактических целях. Иди сюда, вот, потому что там у нас не убрано. А, мы с тобой хотели еще очки, кстати, примерить. Сейчас примерим, сейчас доедим этот грушку, доедим. Не помню фирму масел, я вам обязательно расскажу. Давай. Как поживает Семён? Вот он, видите, как поживает. Вот еще одна женщина пишет, в которой ребенок инвалид, никогда не бросит, еще и старается помочь по возможности. Это позиция. Это человеческая позиция, позиция сильного человека. А ходить просить дать на лечение мамы, мало того, еще уверена, что это еще и подстава. Это еще и нету там никакого лечения мамы. Я так попадала уже несколько раз, когда я посылала, выставляла какие-то штуки, а потом оказалось, это мошенники, которые воспользовались чужим аккаунтом. Больше не будешь грушу? Я доедаю. И мне еще пришлось извиняться перед человеком. Каким-то образом они забрали там аккаунт и так далее. А я вписалась в эту историю. Поэтому грушу ем. На завтрак. Груша, которую не доел Семён. Анюта, привет, передам обязательно Семе привет. Он уже пошел в игровую немного поиграть. Не, вы говорите, не тратьте энергию на провокаторов. Но понимаете, в чем дело? Он же не провокатор. Он как бы попросил деньги на лечение мамы. Для каждого из нас, конечно, мама – это очень дорогой человек. Есть уже? Давайте, я буду. Сейчас дам сладкий. А сладкий лук где? Там. В холодильнике? Мне надо кормить, там, или это все равно мне надо кормить. Так. Сёма отдыхает, да, у нас сейчас? Да, да. Минут 10, потом дальше. Давайте тогда я вот так вот перейду сюда, а вы идите туда. Потому что я еще продолжаю, и Семён убежал, мне померили очки. Надо будет обязательно, Юлечка приедет, потом в эфире мы тоже со всеми нашими помоем, почистим, померим, сделаем все. Значит, я доедаю свою эту. А можете мне водички с лимончиком дать? Я сейчас еще мне таблетки надо выпить. Сейчас, наверное, выпью одну. А потом с капустой я
А яичко осталось вареное со вчерашнего, да, мероприятия? Мне одно яичко бы сварить. Так, я сейчас съем. Лимон давай? Да, лимон добавим. Угу. Так, значит, лимон, вода, а лучшее средство от всего. Лимон, короче, лучше, конечно же, абхазский, ароматный. Да, он, безусловно, дороже. Но я последнее время перешла только на эти лимоны, решила, что на себе экономить не стоит. Ребята, спрашивайте, когда в Питер? В Питере, к сожалению, отмена спектакля, все болеют. Все болеют в театре. В мюзик-холле у нас 6 числа должен был спектакль быть «Любовь по-итальянски» с Семеном. Ну, с Семеном Стругачевым. Особенность национальной охоты, рыбалки. Вы прекрасно знаете этого артиста. И Андрей Федорцов. У нас на троих спектакль. О, ты вернулся? Да. Будешь очки примерять? Дмитрий, у тебя новые очки? Да. Я не знаю, какое название этой груши. Сережа покупает. Так. Ты все-таки решил влезть, да, кот мой? А я уже так все настроила, что... Давай, сдалась. Нет, ты хочешь, чтобы тебя видели, тогда вот сюда иди. Иди сюда, будем примерять очки. Ну. Слушайте, лимоны из Узбекистана, я не знаю, честно говоря. Так, вот пришел к нам Семен, все-таки вернулся. Вчера у нас были наши друзья на мероприятии. Вот эти очки мы вчера дарили всем ребятам, нашим участникам спектакля «Солнечная азбука». Так, это уже можно убрать туда. Баллон, коробочка. И вот Семену, например, мы тоже взяли 3 пары очков. Можем сейчас примерить. Значит, давайте снимаем. Вот черно-белые, легкие. Сейчас посмотрим, как тебе. Держи. Ну как? Да. А ну ко мне повернись. Ой, мне нравится, что с белым. По-моему, шикарное. Шикардосное. Вау! Сёма, ты красавчик! Так, я сейчас съем одну таблетку. Вот. Я вам все обещаю рассказать про эти таблетки. Лимон. И все забываю это сделать. Обязательно сделаю пост, потому что я в восторге от этих пептидов. Вот уже, видите, их допиваю. Курс пептидов. У меня экран потемнел, не пойму почему. Все, сейчас подожди, вот одну таблеточку выпью. И мы с тобой продолжим примерку очков. Я обязательно смонтирую, тоже не дошли руки, выставлю, как детки примеряли очки. У девочек такие розовые очки были шикарные. Боже, все, если бы тебе можно было розовый. У меня, кстати, есть одни черные с розовым. Сейчас покажем нашим подписчикам, посоветуемся. Посоветуемся. Значит, бело-черные идут. Смотрите, вот такие все очки. Смотри, тут есть немножко розовое. Давай-ка, давай сначала на меня посмотри. Так, вот, смотрите. У них получается внутри этих очков там розовое. Ну, не знаю, что прямо мне так сильно они понравились. Может быть и нет. Но необычный цвет. Но если большие, значит, мы их тогда эти оставляем на будущее. Белые сделаем. И смотри, еще есть красный, еще пишут. Видишь, Семен, красавец, пишут. Так,
тоже великоватые, да? Покажись. Да, эти очки тоже мы можем на будущее отложить. Так что одевай сейчас свои, а черные, подожди, дай еще раз черные проверим. Пока не буду рассказывать вам про эти таблетки. Это таблетки фирмы Ритуал Лаборатория. Давайте их допью уже и потом о результате доложусь, что называется. Белые, да, вот эти закрепляем. Да, еще, ну покажись, посмотри, тебе еще с этой черно-белой когти. Покажись. Класс. Вообще бомба, Сема, как всем нравится. Белые однозначно, белые. Смотри, все за белые очки. Мне кажется, не все идут, пишут ребята. Может повторить, какого цвета глаза. Иди поиграй. Во что ты хочешь поиграть? Во что ты хочешь поиграть? Пойдем вместе. Да. Пошли. Так, хотя мне ведь надо поесть, Тём. Иди поиграй, можно поиграть? Да. Чеши. Так, ладно, я доем. Сёма, стоп. Ага, все отлично. Я доем свою грушу. И потом у меня будет яичко, хлеб и квашеная капуста собственного приготовления с крымским луком. Вот такая у меня будет офигительная сегодня трапеза с утра. Пока груша. Ничего не должно пропадать. Да, белые понравились всем. Мне тоже. Все продолжают писать. Белые супер бомбические. Я только вчера думала про жареную картошку. Но у нас же сегодня и курица, и утка, что ли, все вместе. А вот думаю, может быть, нам вообще без гарнира сегодня обойти. Мама, у меня пока есть. Зелень, зеленые салаты. Ребята, смотрите, что у меня есть. Надо подарить мои. Ты хочешь сейчас открывать? Нет, в моей комнате. Слушай, мы один подарок такой, Юлечка к нам сегодня придет, мы ей подарим, она любит конфетки. Да, у меня тоже такой есть. У тебя тоже такой есть. Да, у меня был Дима Роза. Вчера дарили всем деткам на нашем благотворительном празднике. Да. Всем дарили, потому что это у нас было... Это там мои газики. Где маленькие? Покажи. Вот они, банки, овощи. Угу. Это Люечки, это едет к вам в гости. И да. Приезжаем, и буду есть. Ну, на, что ты мне это оставила? Хоть набирай. Там поставь, я же там подготовила Юлечке подарки. И там ей конфетки подарим, она любит. Да, там не такой. Да, да, да. Я мясо употребляю обязательно. Вот как раз у нас Сереж сделал закупочку, у нас уточки. Мы все любим ножки, поэтому мы берем сейчас просто ножки. И утиные, и куриные. Сегодня запечем их в духовке. Мамочка, у меня, конечно, есть. Ну иди. Посему Эвелину Виладесу. Книжка. Не с яблоками. А чего? Вот. А ему какая разница? Вы ему не достанете. Я просто не ничего не сказал. Не, ну он обычно только говорит, когда плохо. Только азбука есть. Когда хорошо он говорит. Почему? Вот она, книжка. Посему. Посему. Нет, вот я, если сами яблоки есть не буду. Яблок, кстати, полно, да, можно с яблоками. Да, солнечная посему. Да, вот солнечная азбука. Вчера мы подписали много таких книжек на мероприятии в резиденции Московской Деда Мороза. Многим деткам мама сидела и подписывала от королевы азбуки. Вот такую книжку. А вот, Сёма, да, ты с зайцем. Заяц у нас великолепный артист. Валечка Валентин.
Очень классно. Но тут на фотке еще не Валентин, на фотосессии был другой артист. Но у него роль не получилась. Он оказался не очень талантливым. И мы нашли Валентина. Он обалденный. Он также со мной играет и в спектакле «Супружество как точная наука». Валентин Пилипенко. Валечка, если вдруг ты нас смотришь, Валентин Пилипенко обалденный артист. Я тебя очень люблю. Вчера я забыла в конце слова. Сегодня кто? Мы все вместе. Молодец. Так, ну что же, мы с вами фактически все обсудили. Худо-бедно мы с вами уже скоро час в эфире. А, нет, мясо мы кушаем, мясо обязательно нужно, это белок, и без него нет жизни. Я абсолютно в этом уверена. Вот, так что... Да, ты еще что-то несешь? Сема что-то еще несет. Сейчас посмотрим. Он решил показать все подарки, которые он вчера получил. Ну, подарила девочка. А какая? Кто это тебе? Ну, подарила мне. У меня есть одна шотка есть. А кто тебе подарил? Вспоминай. Как девочку зовут? Эвелина. Конечно, это моя тезка Эвелина. Дочка доктора Лауры, которая тоже подготовила нашим деткам подарки. Зубные подарки, пасты и щетки. Вот такие пасты достались Семену в подарок. Это что-то маме такое. А это еще. Еще смотри, что. Вот такое мыло, но это тоже маме. Ой, какое ароматное. А еще тут есть... А, вот себе еще, смотри. Вау, какая паста. А это я что-то... А, гель для душа. Гель для душа. Ой, с маракуйей. Вкусненький. Вот лопата. Это мы, наверное, туда в законники поставим. А это, смотри, карамельный айскрим. Body wash. Тоже body wash. Надо, кстати... В нижнем душе, в эту вот налить, которая висит, да? Хочу понюхать. Вот, в принципе, понюхай карамель, видишь, пахнет. Я думаю, вот это можем марку налить, но это очень сладкое. Надо смотреть. Надо посмотреть, у нас где-то есть эти банки, да, надо туда его налить. А это на самом деле, наверное, на подарок очень красивое. Надо посмотреть. Вот. Ну, и а... вот это маракую тоже сейчас понюхаем. О, маракуя пахнет бомба. О, ребята. О, вот эту в нижнюю ванну туда нальем. Мама, я тоже хочу. Понюхай. Хоть ты и не ешь маракуйю, но аромат у нее. О, кайфовый. Мама, давай кинем вот это. О, вот это маракуйя в разрезе. Вот такой я вкус. Тоже хочу. Кидать. Кидать? А это мы нальем туда в этот самый. Если тебе нравится, тоже будешь пользоваться. В дозатор мы найдем, чтобы там такой он к стенке у нас прибит, там у нас будет. Давай, так, кто спрашивает, сколько лет Семену? Да, спасибо, что отвечаете. Он родился в апреле 2012 года. Он возраст 9 лет. Давай мы уже этот пакет как раз расформируем. Давай. А вот сюда мы сложим Юлечке подарки. На. Это вот так вот ставь пока туда. Это Юлечки? Да, ну ставь пока там. Я тебе потом все расскажу. Приходит Юлечки, я все соберу. Да, у нас круглая дата, 10 лет. Поэтому я уже подумываю о том, как нам делать вечеринку. Сема хочет вечеринку. Какую ты хочешь? Расскажи. Пиратскую. Пиратскую хочет вечеринку. Вот как раз вчера одно ателье захотело с нами посотрудничать.
поскольку я костюмы... Ты тоже найди тогда на тебя. Я тебя не подниму. Ох, блин, кабанейро. Мама. Только что взвешивали. 30, 0, 6. А, 30 кг? Ты хорошо. Нет, нет, сам я обнимаю. Ты скажешь на ручку. Знаете, я не знаю, я могу сохранить эфир, в принципе, там, дай голос, я вытащу, отцепи пока руку. Потому что там действительно много полезной информации, вдруг кому-то эта информация пригодится, поэтому я могу сохранить эфир, и вы потом посмотрите, о чем я рассказывала. Ну, конечно, на вид эта капуста стремновато. Вы попробовали? Ну, хорошо. Я думаю, что кусочком хлеба я еще побавлюсь. А маме? А маме, наверное, вот такая розовая будет щетка. Это действительно, маме никаких подарков нет. Это тебе, это вообще обалденное. Это Magic 5+. Что за Magic? Хочешь открыть? Хочешь открыть сейчас эту щетку? Да. Давай. Вот тут вот подрежь. Чуть-чуть. Чтобы вы смогли открыть и смотреть, кому хочется свою щетку. Латвия, привет. Мои котики. Мои зиготики. Зим. Так, давай посмотрим. Тут, наверное, электрощетка. А? Мне один. А, чуть позже жарим. Просто пока туда засунем. Потом уже сяду. Смотри. Тут подставка к ней. Я не знаю, что она делает. Открывайте новые уровни игры, чищите зубы. Что же внутри? Детская зубная щетка, Colgate, супермягкие щетинки, коннектор, Magic, держатель для смартфона. Вот паста. Этот держатель, ну паста там у тебя в другом. Что мне делать? У меня еще с таким набандажником. Она вот так стоит, не знаю. Я думаю, что смартфон как-то надо подносить. Потом у Эвелины спросишь, это она тебе подарила. Семен умеет немножко читать. А, губки мои сделанные, можете посмотреть три поста назад, там, где мне 12 лет, они были уже тогда сделаны. Посмотрите, как хорошо они сделаны. Были моими родителями. Слушай, с Эвелиной ты вчера провел целый день. Эвелина вчера в 12 приехала, и в 5 вы расстались. Представляешь, сколько ты вчера с Эвелиной провел? 6 часов с Эвелиной, с твоей девушкой. Это много. Эвелина с тобой была. А теперь мама Эвелина только с тобой осталась. А Юлечка? А Юлечка приедет сегодня. Такой красивый мальчик пишет. Все, ты красивый мальчик? Ты мальчик хорошо чистит? Чистит губки. Он молодец. Накучать можно. Постоянно что там любит. Я спасибо. Тоже оставила ссылку в сторис. Девчонка очень крутая, действительно. Как стоит? Да, вот оно стоит, но там как-то смартфон. Поскольку по смартфону сейчас ведем прямой эфир.
как он стоит, нам сложно сейчас увидеть. Там как ты видишь, там даже есть подставка для смартфона, и он что-то там делает. Видишь, Мэджик, чистят зубы. То есть ты чистишь зубы, ставишь подставку для смартфона. Надо скачать приложение Colgate Magic. Сегодня попробуем, может быть, да? И посмотрим, что там будет. Видимо, будут какие-то то ли мультики, видите, там. То ли что-то в этом духе. Вот вчера подарила Семену Евелина, его подружка, вот такую вот штуку. Я думаю, что это что-то интересное. Помимо того, что это очень красивая щеточка такая. Мама, это ну, щеточка непростая. Нет, там просто... А, здесь инструкция, да? Ну, смотри, мальчик. Подписалась Свет Марс. Свет Марс, приветствуем нового подписчика на страничке Блёданс. Привет, Свет Марс. Рендом покажите. Слушайте, ну сейчас не хочу ходить, хочу посидеть. Вчера очень много ходили вчера. Послушайте. И что-то я сказала. Сёма умеет читать, да. На английском нет. Здесь все нормально на английском. Нет, есть на русском, но тут, конечно, Сёма навряд ли удастся что-то прочитать. Посмотри. Очень мелко. Смотри, я могу, для детей. Мама, смотри. Нет, это не электрощетка. Электрощетка хорошая вещь. У нас тоже была электрощетка, и у Семёна в том числе, поскольку он грызет щетки, то слишком дорого ему покупать электрощетки, и он сгрызает. Поэтому у него обычные щетки, если хорошо чистить, тоже неплохо будет получаться. А здесь именно вот в щетке, видите, какие-то надо скачать приложения, и ты типа смотришь смартфон и чистишь зубы, и там что-то происходит, видимо, связанное с зубками. Если хотите, мы потом вам покажем. Сделаем для вас сторис или прямой эфир. Так, прошу прощения, это не вам хотел отправить, ну не мне, так и не мне. Так, ну что, мое яичко, наверное, готово. Все, мне уже тяжело, слезай. Нет, я не стою, сплю. Я умею спать так, чтобы сохранить свой макияж. И даже если мне не удается спать на спине, ай, я все равно таким специальным образом подкладываю руку. Все, иди, не надо сгрызать, пока ты еще не начал даже чистить. И уже погрыз. Все. Ну что за дуралей-то, я не пойму. Щетка должна быть ровненькой щетинки. Как только ты ее сгрызаешь, она уже не действует. Она уже не чистит как надо зубы. Все. Все, иди, позанимайся. Перерыв прошел. Иди. Иди, 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 занимайся. Мама поест. Давай, давай. Слушайте, тут сын ставит нам сердечки, сказал, красивая тетя, а с мальчиком поиграл бы. Прекрасно, благодарим вас. Вот дали нам какую-то подставку под... Как ее использовать, я не знаю. Подставку ее даже не назовешь. Если хотите продолжать, продолжим. У школы я решила быть активным пользователем. В сети. Значит, буду активным пользователем. Вот сейчас хочу как-то примоститься здесь. Ну, правда, сзади просто тупо дверь, что не очень меня радует. Мне уже немножко... Алиса, сколько время? Ну вот, почти 12 часов. Последний прием пищи у меня вчера был не поздний. Он у меня вчера был... 7 часов вечера. Соответственно, могу сейчас себе позволить...
Так, пока не видит, называется, пока не видит Георгий, Академия Гео, я немножко нарушаю. А именно, я съем кусочек хлеба. Мне очень хочется кусочек хлеба. Вы знаете, вчера не поздно легла. Вчера очень устала на мероприятии, легла не поздно. Вот такая бадья у меня с капустой. Понятно, что потом еще ко мне присоединится Семен в обед. Но бадья с капустой у меня огромная. Я очень-очень соскучилась по капусте. Я ее очень сильно люблю. Сейчас буду себе накладывать. Что у вас в пластиковой баночке, спрашивает Г. Елена 094. Пока не знаю, о какой пластиковой баночке идет речь. Сейчас чуть позже посмотрю, что там у меня за баночка. А, слушайте, в чем смысл такой диеты, вам расскажет Георгий. Тем более мы все-таки, надеюсь, не закроют нас. Мы сделаем с ним, о, моя капусточка, совместный офлайн-марафон. Мы соберем всех, кто хочет быть вечно молодыми, здоровыми, энергичными, красивыми. А его система – это не только быстрое похудение, но это еще и не обвисшее тело, и даже излечение от ряда болезней. Но это уже он будет рассказывать, я сейчас не буду об этом говорить. Вот так, теперь яичко. Журналисты скидывают звонок, значит, понятно, не могу говорить, нет, он еще раз будет звонить. У многих журналистов у нас вообще нет никакого такта, вообще никакого понимания, что вообще у артиста могут быть, если звонок артист сбрасывает, наверное, он сбрасывает, потому что он занят. Есть такие, знаете, такие... наглецы. Так, я пока сейчас. Шла и пропала, да? Эвелинка в золотой корзинке. Вы еще здесь, мои родные? Нет, звук есть, просто меня нету. Нет, просто мне звонил журналист. Я не хотела прерывать эфир. Я его сбросила. И он имеет наглость тут же мне через минуту перезвонить. Но если вас сбрасывают, то, наверное, сейчас не могут, не хотят. Нет настроения, нет сил, нет желания с вами общаться. Журналисты, будьте корректнее. Вчера я давала интервью каналу ТВ-центр. Они снимают сразу два документальных фильма, куда я давала комментарии. Один из них про Одессу, другой из них про жизнь в общежитии. Мы как-нибудь это тоже обсудим. Наверное, не сегодня, но обсудим. Напомните мне. Какая чудесная группа. Какая журналистка, интеллигентнейшая. Я не первый раз замечаю, что на этом канале работают очень и очень классные журналисты. И оператор такой приятный, такой милый. Прям прелесть. Я разрежу яичко. Яички мы стараемся брать на рынке.
стараемся. Скажите, пожалуйста, цвет ваших волос. У меня цвет волос хна. Хна. Поэтому не знаю, как назвать цвет волос. Вот так вот я кусочками прям заморозила сало. Я стараюсь с утра обязательно съедать кусочек сала. Уже начинаю делиться секретами, которые хотела делиться с вами на марафоне, но так сложилось, что уже какими-то секретами с вами делюсь. Ну что же, мои дорогие. Нет, басту я не беру, потому что я люблю поярче свет. Значит, у меня готова еда, я хочу поесть одна. Фермерские яйца лучше в магазинах. Лучше, конечно. Я вас всех обнимаю. Мой завтрак готов. Хоть встала я в 8 утра, но завтракаю я сейчас. Люблю вас. Хорошего вам дня. И, возможно, сегодня еще раз выйду к вам в прямой эфир.